Эй, всем привет, друзья, это канал Outcast Games, продолжаем с вами проходить Crash Bandicoot 2, да. Мне там в комментариях, короче, писали всего такого, этого, ну, по уровням, как бы там всякие приколюхи. Еще мне новую технику написали, типа, юзай подкат, короче, и сразу же крутись, и это можно, короче, не теряешь скорости. Так это полезная, в принципе, вещь, потому что на побегушках всяких, смотри, он же не тормозит вообще. А если вот так, видишь, он останавливается. Вообще четко, короче. Хотя не знаю, ускоряется он или нет. Так-то он ускоряется вроде. Или просто в конце просто дожимать кнопку. Все, короче, ладно. Что там у нас по уровням-то? Первый этот у нас есть, второй есть, третий есть, четвертый, пятый остался. Ну ладно, пойдем. Я, короче, что-то сел такой, знаете, сегодня записывать. Вообще, что-то настроения нет на запись. Вообще просто никакого. Что-то хочется просто лечь на кровать, лежать и пузыри из носа пускать. И больше ни хрена не делать. Я хер того знаю. Так, что здесь? Ой, блин, что-то стрёмное. Не вижу ничего. Ага. Опять эти вот так, ацтеки со своими. Ладно, буду. Бляха, вот это подстава ща. Так, а там пидор. Тихо-тихо. Не надо так делать. Это все очень плохо заканчивается. Спокойно. Ладно, окей. Так, надо прыгать. Ууу, хорош. Ладно, как-то потихо, что-то сейчас пройдем. Блин, начал опять лагает еще. Вот мне нравится, когда оно лагает. Прям, я прям обожаю это. Угу. Секретутки ищем. Опс! Нифига он меня не задел. Ой, тихо! Тихо. Ой-ой-ой, ну еще падает. Так, ладно, хорошо, давай потихо буду просто идти. Все, там есть что? А, там мордака, здорово! Красава, молодец. Так, тихо, опа, опа. А вот это, подожди, стоп. А ну здесь. О, блядь! Конечно. Сучара просто, надо было за ним бежать. Надо было просто за ним бежать и все. Короче, там еще писали, что черепушки вот эти вот, которые появляются, это, короче, если ты этап проходишь до этой черепушки, не потеряв ни одной жизни. Ну, это окей, ладно, я понял. Это типа какой-то смертельный уровень, смертельный номер. Так, а может я как-то, не знаю, тут рудокашка? Не понял? А что в рудокашке теперь нету? А и как я пройду? Там же некак пройти. Там же, подожди, вот тут места же нету. Если я, например, вот так вот прыгну. Или можно сюда? Сразу же. Так, пидор. Беги быстрее, дебилоид. Не понял, это активная штука или нет, не пойму. На нее можно встать? Подожди, сохрани. На нее можно встать или нет? Можно! Зеленый кристалл. Хорош, а что там? Ну-ка. Воу-воу-воу-воу, что это? Ты долго будешь вертеться? Что мне делать? Нужно прыгнуть? А что там, кто там бросается? А что там кто-то бросается, сука? И как это вообще сделать? Ладно, окей, здесь был чекпоинт, в принципе, нормально. Так, смотри. Тун-тун-тун. Ту-ту. Кто там такой ублюдочный? На! Сучара. Тихо. Да я что-то разогнался прям вообще. Не понял? Ага, окей. Тихо, там опять упырь. Давай. Блин, там надо было высоким прыжком. Ладно. Блин, а чё, подожди, а я как я вернусь теперь назад? Или можно будет вернуться? С
А? Блин! А тут нужно высоким прыжком? Это уже вроде расстояние одинаковое. То есть лучше не спешить, да? Ладно, ну хотя бы есть бонус уровень, типа зеленый кристалл. Все дела. О! Не понял. Их сбивать можно. Тьфу ты, блин, а что вы молчите-то? А что вы молчите, ребятки, что их можно сбивать-то? Я не понял вообще. Что за подстава? А почему все поменялось? Я вроде так же все бежал, как и было. Почему поменялась расстановка? Окей, ладно. Блин, их сбивать можно, эти колоды. А я-то, блядь, вообще можно просто уничтожать. Он же не достал меня. Ну он же меня не достал. Блин, ну как это работает-то? Он же меня не достал, там далеко еще было. Блин, я уже сколько, 6 жизней провтыкал. Блять. Это да. Ну вот я сейчас бегу все же одинаково. В чем проблема была до того? Ладно, давай. Сейчас можно вопрос, почему он допрыгнул? Почему он допрыгнул сейчас? Вот я в прошлый раз тоже так же с самого края прыгнул обычным прыжком. Он не допрыгнул. Сейчас я вообще прыгнул как Козявкин. И он допрыгнул? Ты прикалываешься или что, Крэш? Ты дебил. Какого черта-то? То есть он сейчас допрыгнул. Хотя я прыгнул! What the fuck сейчас происходит, блин? Почему ты не допрыгиваешь? Почему? Я не понимаю, почему не допрыгивает. Ну он просто берет и не допрыгивает. Просто вот так вот берет, скотина, и не допрыгивает. Вурдака, вурдака. Минус 12 жизней. Или сколько у меня там было?
какого хера ты сейчас допрыгнул? Почему ты допрыгнул сейчас? Я все сделал точно так же, как и было. Ничего не менял. Какого хренба? И чё? Подожди, а чё мне это дало? Что мне это дало, что я сделал так? То есть я назад не вернусь, правильно? Чё мне это дало, я так и не понял. Или это еще не конец? А, это еще не конец. Сука. Ага. То есть зеленый кристалл дал нам серый кристалл. И еще этот кристалл. Окей. Ха-ха-ха. Серьезно? Так, а подожди, а вот это куда? Так, я сохранюсь, ну ее нахер. А это куда? Это, я так понимаю, назад. Я не вижу ничего. Ага, я загружусь, ну ее нахер. Только надо сохраниться где-то вот здесь. Только там я не понял. Там незаметно, короче, что мне нужно. Как прыгнуть-то? Ага, вот так типа. Да, пиздец. Я же стоял на краю, не на краю. Нихера. Как я там стою, не стою, блядь. Это назад получается, да? Не видно ничего. Здорово. А тут чё? Блин, не вижу ничего. Можно. Вот это сейчас просто повезло. Блять! Блин, там так четко повезло. Да, в смысле? Ты какого черта не допрыгиваешь? Там сейчас реально повезло с вот этими с огнями, совсем повезло, в принципе. А вот тут не повезло. Ой! Сучара. Подожди, там огни. Все равно поджарил скотобаза. Тихо, стой. Так, куда дальше? Куда дальше прыгать-то? Сохранюсь. Скорее всего, туда. Нет. А что, тут конец, что ли? What the fuck? Ха-ха-ха-ха. Ты видал? А, сюда. Ой, а тут еще и это, и смотри, ё-моё. Блин, ты видал, я в текстурке стал за это в пропасти. У, нифига себе. Сколько ящиков. Жесть. Так, ну это окей, все, подожди, вот это мне нужно. В смысле? А ты чё? А, ты хочешь, чтобы я вот так все сделал? Потом вот так, а потом вот так! Подожди, еще не все. Вот так теперь. Ты что не все разбиваешь-то? Ты ж, я ж по центру прям прыгнул. Ты издеваешься, Крэш? Ты с меня сегодня издеваешься прям капитально, я вижу, да? Прям вот тебе нравится меня бесить. Так, а вот это как сделать? Маленький прыжочек, опа. Жизнь. Жизнь! Нет, не жизнь. Хорош. Так, TNT, что ты делаешь? Ха-ха, вот это была комбо. Хе-хе, прикольно. Так, прикольно, прикольно. Так, а даже TNT-шка не разбивает эти ящики. Подожди, Крэш, не скучай. Я сейчас подумаю. Надо вверх. Ага. Короче, надо. Блять! В смысле, блять?
Охренеть. Получилось. 144 яблочка, нормально, на 2 жизни не насосал. Ну, елки-палки, сколько у меня там? 53. Не, я столько посрал, это кошмар на том уровне, на зеленом. Так, а подожди, мне сейчас же назад еще нужно вернуться, верно? Я же еще не полностью вернулся назад. А как я буду возвращаться? Так, давай. Вот тут, а вот как мне вот увидеть, где вот тут штука? Вот, как мне это увидеть? Как мне это развидеть? Ага, спасибо. Попал. Назад это нереально вернуться, потому что здесь не сделали такую штуку, как возвращаться назад, потому что ты не видишь этих платформ! Вот смотри, вот я стою на самый край, и мне не видно, где платформа. Смотри, я не вижу, где платформа. Я то есть тупо наугад буду прыгать. В любом случае наугад. А это уже, если ты так делаешь, то уже у тебя шанс больше проиграть. То есть не сделали вообще ни разу. Сука, вот тут я не остановился. Ладно, ну уже так будет попроще идти. Вперед-то попроще. Ну что, все видно, куда прыгать, что делать. И где что находится. А там хрен его знает, где там огонь, не огонь, херонь, не херонь. Пиздешь. Ладно, тогда не буду туда прыгать, там все равно ничего нет. Сейчас был пиздеж немножко маленький, ну ладно. Пускай будет. Ха-ха-ха, не долетел, все равно заново. А, что-то мне сегодня настроения вообще нету. Поэтому будем... Да что ты делаешь-то, дурень? Нормально, сделай. Да... Вот это было четко. Вот это ща было четко. Так, спокойно, нитро. Глицерин. Ой, блядь! Я забыл здесь... Блин, здесь шурупы. Ага, это я хрен знает где будет чекпоинт у меня. Придется опять назад заново бежать. Че я спешу-то, а? Кто мне может объяснить? Зачем? Куда спешить-то? Ну, блин, этот огонь не достает. Ну, ладно, окей. Он не достает, но он все равно меня... поджаривает. Ну хотя он не достает, реально. Он не достает, визуально не достает. Визуально там очень дохрена до него еще. Где там этот молоток? Так проще видно, конечно, в эту сторону. Падаю я или нет? А в ту сторону-то не видно же ни хрена. О. Так, а тут... А, чё ты, дурак, что ли? Так, спокойно, сохранюсь. А вот это будет прикольно. Почему ты сейчас выпал? Можно сделать просто так. Зачем мне всех драть? О, бродокашка, а ты чё тут стоишь? Ты чё не в ящике-то? Ты же всегда... Ага. Что это было сейчас? Есть! Что, все ящики собрал еще? Блин, я три кристалла... Не понял. А я что, кристаллы не собрал, что ли? Получается. У меня только один кристалл, что ли? Нет. Один. Два. Три! Блин, нифига себе. Нормально. И тут можно и потанцевать уже. Чё меня тут щекочет, блядь? Чё, никто не вещает? Ладно. А ну-ка, давай-ка сохранимся, посмотрим, что у нас там по кристаллам. Так, смотри, 19 кристаллов, 13 таких серых. А нужно сколько, он говорил? Блин, 57 жизней было, а осталось 54. Немножко просрал, ну да ладно, это потом я еще побегаем, поел. Блин, яй, как жарко, я сижу весь мокрый, как не знаю, как чмошник какой-нибудь. Фу, бляха. Че так жарко-то? Все, у нас капец. А-а-а, ты че, блядь? У нас, короче, конец света, стопудово. Как это?
Мне говорили, а, еще мне говорили, что вот этих штук можно убивать, прыгая на этом. Вот так. Бля, нихуя себе. Что ты делаешь-то, дурень? Подожди, разбей просто. Это. И там должна быть секретка, типа. Но этого я лучше вот так убью. Не понял сейчас. Он меня может здесь достать. Серьезно? Окей. Вот этих, сук, нельзя убивать. А чё они не... А чё они не жужжат подозрительно? Ага, пожужжали. Вау! Ни хрена себе их там... Откуда? Так много. Пошел ты, блядь. Что? Ха-ха, чё она меня убила-то? В смысле сейчас? Сейчас в смысле, вообще не понял. Что? Да я, блин, нажимаю эту херню-то. Чё ты, блядь, дохнешь-то? Объясни ты мне, пожалуйста. Я даже еще не рядом с ней нахожусь. Но он при этом сдохнет все равно. Да... Ядрёна, боже, что происходит? Я даже к ней не дотрагиваюсь. Там еще расстояние такое, что, блин, целых 20 штук крэшей этих ебаных влезет. Что за прикол, блин? Вылезь ты нахер! Молодец, раскидал, блин. Я вот сейчас не понял, сейчас с вот этими, вот. Я так понимаю, нужно бежать, да? Просто. Потому что их там дохренища будет. Я же их не тревожу, какого хера они летают? Суки такие. Прицепились, блядь. А тут не работает эта хрень. Окей. Спасибо. Ну-ка, свалили, блядь. А тут не работает эта хрень, кстати. А, когда ты, короче, проскакиваешь под этой, под электрошоком, и крутишься, он тебя убивает. Так, ты как ездишь-то, подожди. Ага. Тебя лучше, я так понимаю, не трогать. Да вы прикалываетесь или чего, электрика? Вовремя они поставили электрику, прям четко поставили, прям перед осами. Просто шикарно, блядь. Капец какой-то. Да похер, блядь. А меня не трогает ТНТ-шка, интересно. Когда я в этой херне. Так, сколько это действует? Прикольно. Весело. Понятно, попробовал. Просто попробовал, думаю, а вдруг? Но нет, оно не работает. Да, сегодня что-то вообще прям серия долбанутая на всю голову. Столько жизней просрать просто ни на чем. Просто ни на чем. Просто реально ни на чем, просто просрать столько жизни.
пошли нахуй. Понятно. Что ж тут непонятного-то, блядь? А чё тут нитро так много? Да, блядь, скиосы затрахали вы уже. Окей. Окей. Все заново. Блять, я забыл, что он же там ныряет в эту говно, в это. Да-да-да. Серьезно? Ты мне вурдаку дал через сколько? Через, я уже тут хрен знает сколько дохну, блядь. Мне сказали через 4 или 5 смертей дают вурдаку. Он мне, наверное, уже через 10 дал. Я тут не могу уже пройти хрен знает сколько.
Да даже больше, чем через 10. Спасибо за вурдаку, конечно. Но уже как бы поздно. Достали уже эти чуваки. Вау. Да давай уже дрочи. Капец какой-то. Сегодня что-то у меня вообще не идет игра, вообще никак. Мне еще Dark нужно записывать, блин, как я там буду, я хер его знает. Запрыгни, бледеныш! Ты смотри на него. Так, а вот это весело, да? Блин, сколько жизней я просрал. Было почти 60 жизней. Я просто все просрал. Нахер. Так, чё тут? Ага. Блять, зачем я прыгнул-то? Ее же надо прыгать, когда ее нет. Вот дурында, блядинда. Это долбануть. Вау. Да ладно, все ящики собрал. Серьезно. Прям пипец. Это сложно, блин. Реально сложные вот здесь уровни. Вообще сложные. Фух, ну их нужно задрачивать просто, чтобы пройти четко. Блин, а тут красный кристалл какой-то есть. Или какой? Был, то есть, в смысле. А я его не встретил по пути ничего такого. Ага, кто-то вещает. А, это ж главарь следующий. Кортекс, ты? Крэш, я выяснил, что оппозицией руководит доктор Нитрус. Брио, изобретатель луча эволюции. Брио виноват в нашем недопонимании, в прошлом. Он заставил меня помогать ему в его плане по захвату мира. И он все еще одержим. Он будет пытаться встать между нами. Будь начеку, Крэш. Используй платформу, чтобы доставить кристаллы Эджину. А стоп, а сколько я уже кристаллов-то собрал? Подожди, может я... 20 же, правильно? Только 20 собрал. Я вроде 20 собрал. Ну да, еще 5. Еще 5 нужно. Только как мне вот эти камни достать, блин, все? Я вообще не представляю. Тут есть, тут 2 еще, тут 2, тут хотя бы... А, блин, да это вообще нереально будет. Не знаю, потому что все секретки, там их таких много, их просто всех не перед... Я буду потом, наверное, те, кто мне в комментариях пишет, где, как кристалл достать, я буду потом, наверное, скорее всего, когда вот в следующей серии мы пойдем на следующий уровень. Кстати, не, пойдем в следующей серии, в следующий уровень, потому что посмотрим как раз и главаря заодно в начале. В конце не хочу главаря делать, это, и мы потом пройду, я оставим последний этот, я выпишу, короче, все вот эти пожелания, не пожелания, как это, короче, советы, да, как взять, где какой кристалл, на каком уровне, что там, где там, если есть какие-то еще подсказки, кроме разбить все ящики, типа, да, вот эти красные, например, где брать,
Какой там еще? Ну, красный я один знаю, где брать. Это Aircrash, надо пройти на втором уровне. Там надо пройти его. И, в общем, потом как-то, может, соберу вот эти все камни. Хер того знает, на 100% пройду. Ну, скорее всего, это для меня это будет очень-очень сильно сложно. Ладненько, все, ребяточки, всем спасибо за просмотр. Ссылка в описании под видео. Комментируйте. Всем до встречи в следующей серии Crash Bandicoot 2. И все, всем пока. We'll be right back.